Ребята, всем привет! И сегодняшнее видео вышло очень интересное, так как я и мой друг Вебстер пошли на реку Припять для того, чтобы что-нибудь там словить. Может быть рыбу, может быть какое-нибудь дикое животное. Мы создали две ловушки и установили их по периметру реки, после чего мы словили нечто. А что мы словили, смотрите в этом видео. Всем привет, ребят! Сегодня я и Майк Вебстер хотим установить сети, но как у нас сети нету, но мы сделаем свою из веревки и хотим, короче, просто ловить нечто, что-нибудь там в реке Припять. Если вам понравится это видео, то обязательно что-то ставьте лайк и не забывайте про подписку. Я пес, опасно ходить. Вдруг сейчас этот патруль пройдет, натарец. Ой, ничего не будет. Патруль. Так, вау, ребят. Ребята, видите, он проехал уже. Мутанты. Слышал? Что? Там мутанты отрыжку сделали. Пить хочешь? Жажда не душит? Ты ж только что поссал. На лицо тебе? Разлетался идти. Капец. Сушняк очень сильно давит. Смотри, волны. Жарко очень. Сейчас мы... Нам осталось там километр уже дойти. Мы уже будем там. Поэтому, ребята, ждем. Это будет очень интересно. Захватывающе, да? Я надеюсь, что-то будет. У меня предчувствие прям такое, да? Вот твое предчувствие. Ладно. Надо сейчас спать, да? Такой... Видео. Разбил очки. Так, ребят, вон там машина проехала. Он, короче, с Мишей успели затариться. Если проверяю. Думаю, все, дальше пойдем. Что-то машин много очень по дню. Нам было поутру идти. Так, ребята, нам осталось совсем чуть-чуть дойти. Уже. Походу слышно, да? Как речка шелестит, шелестит. Под ним мутанты есть? Проверим. А ничего, обязательно ночью должно, что ли? Давай вот через капкан возьмем, поставим. Блин, точняк. Если тут наберется 5000 лайков, в следующем видео мы... Че за... Давай не 5000, а 4911. Ага. Не мутант? Где-то оттуда, с леса, да, думаешь? Ну, короче, поставим капканы. Так, ребят, наткнулись на такое болото. Еще будем проходить дальше. Сука, неохота пачкать кроссовки. Как вот так? Здесь неохота кроссы пачкать. Там кто-то перепрыгивает. Или по вот это лучше. Давай меня засни, строить контент. Блядь. Ёба. О чем я говорил? Ивай, покажи ногу. Она пиздец зеленая. Я телефон утопил. А у тебя же он не принцип. Трещина есть на экране? Нет. Когда зайдешь? Тебе придется нырять, короче, в реку Припять. А это что, по-твоему? Это болото. Это болото Припять? Да. Вот хорошо, что я так не пошел. Блин, знал, что провалюсь. Все ради контента. Да плохо нас опасирать. Какие ощущения? Нам был дозиметр, да, взять? Ощущения такие, нахуй телефон взял в руки. Миша, давай скажи. Не повторяйте, а очень опасно. Я теперь слышу этот хлюп. Сука, чуть сам не провалился, прикинь. Бля. Ты что, еще хочешь упасть? Еще бы тут наебнуться. Куда ты идешь? Смотри, ебан.
Ёва, он видишь, шатается. Телефон был. Проверили iPhone XR. Да, он и правда не водонепроницаемый. Покупайте, совет, это не реклама. Тебе iPhone график когда заплатит. Не, почему у меня S9 плюс? А мне течением унесет? Нет, не должно. Ну, капец, да? Я сейчас кроссовки снимем потом. Как так можно было? Контент. А то еще, вот этот человек не хотел снимать. Блин, капец, Свет. Этот человек не хотел снимать дорогу именно. Он хотел сразу тут почти. А знаете, почему не снимаю? Потому что у меня нет активности на канале. Вот если вы сделаете мне активность, тогда я буду чаще вкладывать. Да у меня даже нет активности на канале, ты че? У тебя хоть какая-то активность? Ага. Бля, первый раз я в речке, сука, в кроссовках. Сейчас на солнце поставишь, просушишься. Это повезло то, что... Руку помой. Это повезло то, что мы не зимой. Были бы зимой, это вообще жопа. Если моя девушка смотрит видео, извини. Я знаю, придется опять сирать. Ну, перестанет так. Она будет смотреть. Да? А, потому что ты в моем видео есть, да? Да. А так она не смотрит. Нет. Ну, я таки понял. Я тоже, по идее, смотрю свои видео иногда. Да, ты у меня есть. На чужом канале. Когда я там есть. Так, ребята, что скажете по этому поводу? Это к везению то, что он провалился, или к не к везению? Опускайся вниз и в комментарии пиши. Зря взять тень. Зато тут не жарко. А я сейчас радиационный, да? Ну да. А, опять без дозиметров пошли. Сейчас, короче, кроссы, носки все снимешь, послушаешь. Так, ребята, нашли чью-то сталкерскую базу. Она уже заброшена, тут давно никого не было. Я надеюсь, это не сталкерская база Влада Резного. Потому что он делает чуть хуже. Ну или лучше, сами решайте в комментарии. Тут еще пытались электричество провести. Через трансформатор, что ли? Потому что отсюда проводов нету. Сейчас мы будем тут делать сетку и ставить эту сетку туда. Так, ребята, у нас есть такая веревка. Надеюсь, нам хватит сделать сеть. Так, если честно, очень жарко. И стоит ли мне искупаться в реке Припять или нет? Конечно, стоит. Что, я зря упал, что ли? Сука, блять, я прищемил себе ногу. Сука, зря мы сюда пути. Ебаная сталкерская база. Я жрет хочу, как тамагочи. Как вы думаете, длинная ли у нас сетка появится или нет? Я не знаю, как она делается, но я чувствую, она нормальная. Так прям что-то проплывает. О! 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 Видишь, смотри? Все, заебись. Одна готова ловушка. Очки уже поймала. Сейчас мы вот эту сторону привяжем к берегу. Вот эту. А эту кинем в речку. Ну, сейчас палку вот так сделаем сюда. Так, между ними палку.
чтобы оно раскрылось. Все. Короче, если там что-то большое такое проплывет и заденет, она просто так шик. И все. Короче, она зацепится и будет. Будет жопа. Понятно? Все, я сделал, теперь надо найти, куда установить.